Максиком сегодня едем слушать диджея Грува, диджея моей молодости. Одну из... Там есть пираты, которые там появляются в этом фильме. Они достаточно такие сильные, в то же время грозные. Поэтому вот саундтрек, который так он и называется, «Пираты». Сейчас будет... Вот «Пираты». Для следующей композиции у меня специально приезжала перепевать главная героиня этого фильма, Алиса Друнова Фрейдвик. Она пела, наверняка вы знаете все эту песню. Кто-то из вас узнает ее.
Также я делал работы для фильмов, которые не русские, а зарубежные. Допустим, наверняка все знают немецкую картину, прекраснейшую, замечательную картину. Одна, наверное, из лучших, которые я видел. «Достучаться до небес». Смотрели, наверняка, знаете этот фильм. Вот. И мне посчастливилось сделать непосредственно работу над этим фильмом. Вот и... Понравился концерт?